В рамках рабочей поездки в Карачаевск глава республики посетил КЧГУ имени Умара Алиева, которому в этом году исполняется 80 лет со дня основания. Рашид Тимрезов объявил о своем решении создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования этой даты совместно с Минобором России. Он отметил, что КЧГУ – это вуз с богатой историей и традициями, опытными педагогами, воспитавшими не одно поколение студентов. И празднование юбилея имеет большое значение для всей республики. Глава сегодня встретился со студентами и преподавателями. Рашиду Тимрезову понравилась выставка «Работа в природе Карачаево-Черкесии», подготовленная студентами и художниками. Продолжу тему. Эта выставка называется «Карачаев глазами художников». Картины, представленные на ней, создавались мастерами кисти из нашей республики и Кавминвод в течение 18 лет. В мир прекрасного окунулась и Алла Динаева. Гостей, коллег, студентов и всех людей, которые любят и с открытой душой относятся к искусству, поприветствовал директор Института культуры и искусств КЧГУ имени Умара Алиева Виталий Агузов. Сегодня открываем выставку наших студентов, наших преподавателей, коллег под названием «Карачаев глазами художника». Такие выставки становятся традиционными и даже уже обязательными, чему мы очень рады, сказал Виталий Агузов. Отрадное и активное участие авторов в экспозициях, чьи работы мы с удовольствием созерцаем, добавил он. Рассказали на мероприятии и о том, что эти полотна создавались в течение 18 лет, с тех пор, как было образовано объединение художников Юга России «Колесо». Мы назвали «Карачаев глазами художника». Именно в Карачаевском районе был основан объединение. Это было в 2001 году в Тиберде, как мы все художники собрались и решили группу назвать «Колесо». Поздравления, много добрых пожеланий, а также слова благодарности звучали в адрес организатора выставки. За успехи в творчестве благодарственные письма Союза художников России, Совета старейшин республики, отдела культуры и молодежной политики Карачаевска, а также КЧГУ имени Умара Алиева вручили художникам. Природа Карачаева-Черкесии красива и богата, и поэтому, побывав здесь один раз, влюбляешься в эти пейзажи и хочется возвращаться сюда снова и снова, чтобы творить, говорит мастер кисти Сергей Кулешов из Минеральных вод. С необыкновенным миром республики. Участники выставки из Ставропольского края знакомы еще с прошлого века. 80-е годы были первые пленэры, которые здесь проводились, и мы в них участвовали. Естественно, природа этих мест, она настолько красива, интересна, богата, что не влюбиться было невозможно. На экспозиции представлены работы художников Асхата Биджеева, Виктора Ветрова, Натальи Кириченко, Сергея Кулешова, Германа Макаренко, Руслана Маршанкулова и Фахрикамал Махмудовой. В своих творениях художникам удалось умело и точно запечатлеть очаровательные места Узункола, Кубанского ущелья, Тиберды, Домбая, Архыза и Карачаевска. Этюды, натюрморты и пейзажи красот Карачаева-Черкесии в разные времена года завораживают взгляд. «Карачаев глазами художников». По таким названиям в КЧГУ открылась выставка у любителей изобразительного искусства. Есть возможность посмотреть прекрасные работы художников. Продлится выставка до 22 апреля. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.